Реконструкция здания, принадлежавшего когда-то вечерней школе, приведет к появлению в столице республики нового детского сада. На месте будущего дошкольного учреждения побывала и наша съемочная группа. Уже в этом году здание превратится в уютный дом для юных чебоксарцев. Будущий детский сад рассчитан на 185 мест. Будет 3 ясельные и 7 дошкольных групп. Он будет оснащен самым современным оборудованием. Реконструкция идет полным ходом. В рамках контракта уже выполнили демонтажные работы и параллельно возводим перегородки. Приступаем на данный момент уже к электромонтажам, сантехническим работам. И в соответствии с специальным контрактом сроки выполним. Под контролем главы республики Михаила Игнатьева проект партии «Единая Россия» «Детские сады детям» реализуются в Чувашии уже 5-й год. За это время в республике было построено и реконструировано 15 зданий детских садов. Основной целью, основной задачей данной программы – это обеспечение всех нуждающихся местами в детских садах к 2016 году, то есть фактически ликвидация всех очередей. И в целом в городе Чебоксары данная задача также поставлена, и делается все необходимое для достижения поставленной цели. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 3 новых садика для малышей в Финской долине, микрорайоне Волжский 3 и на улице 50 лет Октября. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.